Приветствую вас, друзья! Сегодня мы продолжаем играть в игру «Охотники на зомби». Мы уже немножко попробовали поиграть в эту игру. Игра очень прикольная. Суть игры состоит в том, что получается здесь, на планете Земля, люди на таких вот необычных машинах покупают в этом магазинчике всякие различные напитки. Эти напитки делает, получается, инопланетянин, вон тот зелененький, который сидит там, и ему помогает друг его робот. А делают эти напитки они, друзья, из зомбиков. Зомбики, смотрите, здесь внизу у нас есть такие зомбо, получается, выжималки. У нас уже есть две зомбовыжималки, мы можем еще вон третью купить. И там дальше можно тоже еще прокачивать да прокачивать эти зомбовыжималки, различные напитки делать и все такое. То есть для людей, чтобы им было вот весело и интересно жить на этой земле, на этих машинах летать. Ну что, зомби найдены у нас, показано. Давайте приступим к поиску и будем охотиться на них сейчас. Так, зомби обнаружены, наш такой какой-то там радар нас обнаруживает зомби. Так, друзья, что такое у нас там на единичку какая-то высветилась? Зомби-смузи. Так, расположен болото. Так, зомби-лимонад, зомби-смузи и зомби-желе. Я не знаю, что это расположение болот. Это просто у нас, наверное, зомбик новый появился, поэтому нам показали, да. Наверное, так. Ну что, друзья? Давайте вперед. Зомби обнаружены. Что мы с собой? О, у нас есть сетимет. Мы же в прошлый раз купили сетимет. Или не купили? Так, сетимет, сетимет. Улучшить можно. Нужно 10 тысяч. О, нет, но слишком долго. Нам еще до этих 10 тысяч монет. Максимальный боезапас. Тоже мы не сможем увеличить. Так. Так. Прокачать мы его не можем. Так, у нас есть сетимет, так понимаю, и вот этот вот гарпун. Ранец тоже с собой берем. Ну все, давайте ловить зомби. Так, вот мы прилетели. Вот мы прилетели. Так. Так, бросаем приманочку нашу. Вот, можно поменять оружие. Давайте посмотрим. Поменяем. Вот, наш сетимет. У нас только есть три, получается. Три сети мы можем бросить. Так что давайте не будем пока тратить. Давайте с гарпунчиком побегаем. Так, бросаем приманку. Убегаем, прячемся. Так, опа, опа. Ух ты. Да что, давай, догоняй. Этих давай. Так, только двоих я успел схватить. Ребята, нашим этим монстриком, зелененьким инопланетянчиком. У нас еще есть ранец же реактивный, не забыли про это. Так, бросаем приманку. Ну сейчас разыграюсь, а то что-то я тут забыл, уже даже с этим управлением не разобрался. Бросаем приманку, ждем. Так, иди сюда, желтенький чувачок. Иди сюда. Так, улетел. Здесь у нас все, никого уже нет. Здесь остались. Бросаем приманку. Прячемся. Ух ты, с молотком. Что, я таких еще не видел. Догоняем. Ух ты. Это уже посложнее, ребят. Я уже не споймал. Совсем мало зомби споймал. Ну, да, это уже посложнее будет. Там еще молотком начали они бросаться. Через 8 минут только найдутся зомбики. Нет, друзья, нужно что-то с этим делать. У нас... Давайте же зомбиков. Что это у нас стоит производство? Загружаем. Поехала. И желтых загружаем. Все, начали наши зомби... Выжималки эти работать. Лимонад пошел. Продовольство идет. Продукция.
Люди довольны, денежки идут, нам капают. Так, что мы сделаем? Что мы можем сделать? Экипировку. Можем прокачать мощность нашего гарпуна. Нет, мы не можем пока, потому что у нас не хватает денег. Сетимёт. Тоже пока ранец. Можно ранец. Но ранец пока нам хватает, в принципе, друзья. Гарпун. Вот гарпуну я бы мощность увеличил, но пока не хватает деньжат. Так, может быть, мы увеличим наш... А сколько стоит купить? Вот это для зеленых зомбиков. У нас они есть. Напиточек. Это общая прибыль побольше. Так, а как бы нам увеличить... Мы, в принципе, можем увеличить зомби-выжималку. Вот эту прокачать, чтобы нам стоимость порции была побольше. Количество порций можно было делать больше. Но время производства, конечно, будет увеличиваться. Давайте посмотрим, что это за напиток такой. Вот. Вот нам нужно вот это. Сейчас у нас будет... Так, 400 есть, давайте купим вот эту зомби-выжималку. У нас такой зомбик, наверное, есть зеленый или еще нет? Нет, наверное, нет, у нас еще мы не споймали его. Это, наверное, самая отвратительная штука во всей Солнечной системе. Да уж, чуток моторного масла добавить. Ммм, вкусно. Конечно, роботу только моторного масла подавай. Так, нужны ингредиенты. То есть у нас нет зеленых зомби, друзья. Для этого нам их нужно споймать. В прошлый раз он меня бросил молотком, и я не успел его споймать. Я не ожидал просто этого. Но сейчас у нас 5 минут нам осталось для поиска зомбиков. Может быть, мы ускорим это дело? Так, у нас еще есть зомбики? Так, здесь только 2. Вообще мало ингредиентов. Дроны, дроны, дроны. Куплено. А, можно еще дроны купить. Покупайте больше дронов, бизнес пойдет вверх. Угу. Эй, приятель, ты похож на того, кто хочет купить поисковых дронов? Конечно, я похож. Ой, позвольте представить, меня зовут Рауль, и я незаменим во всех вопросах, касающихся дронов. Отлично, Рауль, будем сотрудничать. Так, наши дроны, может, и слегка бэушные, но дешевле и куда надежнее. То есть ты продаешь бэушные дроны? Ну, давайте попробуем купить. Ага, что мы купим? У нас нет денег. У нас нет денег, чтобы купить этих дрончиков. Так, так, так. Значит, что мы сделаем? Мы ускорим. Потратим 5 плутония и найдем прямо сейчас дронов. Не дронов, друзья, а этих зомбиков. Попробуем сейчас сеть использовать. Давайте. Потому что хватит мне уже. Робот нас привез на это болото. Здесь 3 зомбика. Давайте меняем оружие на сеть. Ну давайте, давайте. Попробуем. Мясо наше, мозги. Опа, ничего себе, сразу троих. И сразу он забирает все вместе троих. Это, вот это сетимет, вот это вещь, я верю. Так, мы оружие поменяли? Нет. Меняем. Давайте споймаем вот эту вот штуку летающую. А, не споймали, она врезалась в меня. Давайте вот это. Давайте. Да, иди, иди сюда. Нет, не могу попасть. Что это за, такой... Ай! Инопланетянин косой такой. Да что ж такое? Что-то я на нее напрыгнул. Так. Не то. Не то. Не то. На тебя. А за одной монетки за это столько пробегал. Ну ладно, давайте. Здесь один зомбик. Мы его... Из гарпуна слоем. Так, и так, и так. Опа! В дерево видели, как врезался гарпун? В этот пенечек. Всадился и там застрял. Так. Ну, давайте здесь. Здесь кто у нас, интересно? Синенький. Иди сюда, синенький. Опа! Так, забрали. Забрали, забрали. Что, все? А что это такое? Чего мы так мало споймали? Нет, не мало? Не, нормально, наверное. Отлично. Так, есть у нас теперь ингредиенты, из чего можно повыжимать. Люди вон в очереди стоят, ждут, когда ты нам уже дашь этот напиток. Волшебный, кстати, зеленый зомбики.
Опа, он двух зомбиков уже жмет. Отлично, эти только по три жмут. Так, третьего сюда и сюда. Отлично, все, пошло работать все. Эти у нас две зомби-выжималки уже чуть прокачаны. И эту прокачать пока нельзя. Ее вообще, наверное, нельзя прокачать зелененькую. Так, ладно, все, денежки пошли. Купить зомби-выжималку мы купили. Улучшить веревку. Смотрите, у нас есть задачи. Вот уровень 7 у нас сейчас. На 8, я так понимаю, нам нужно улучшить веревку и купить дроны. То есть, и тогда выполнять задачи, и у нас уровень повышается. Давайте зайдем в магазин и купим. Давайте сначала веревку улучшить. Вот, он даже наморгает. Все, улучшили. Одно задание выполнили. И купить дрона. Для этого нам нужно 250 монет. Сейчас люди тут купят немножко наших напитков. И, то есть, денежек нам дадут. Мы заработаем. И купим мы еще дрона. Дрон стоит 250. Рауль нам его любезно продаст. Бэушного этого дрона. Какой он там будет, не знаю. Посмотрим. Так, нам осталось совсем чуть-чуть. Давай. Все, есть 250. Берем. Так, вот. Зомби обнаружено. Вот, поздравляю с лучшей сделкой в твоей жизни, приятель. Ну, спасибо, Рауль. Запомни, зомби прилетят к вам пулей. Стоит лишь только позвать Рауля. Хорошо. Так, и здесь теперь наш помощник-робот. Отлично. Со вторым дроном мы найдем в два раза больше зомби. Ну, конечно. Меньше времени теперь ждать нужно будет. Зомби обнаружены. Ребята, отправляемся на охоту. Поехали. Сетимет вещь классная. А гарпун наш мы чуть-чуть прокачали. Что же мы еще, может, сделаем? А что-то сетимет пока недоступен? Так, давайте мы еще, может, что-нибудь прокачаем. Нет, у нас пока не хватает денег. Мощности я прокачал, конечно, этому гарпунчику. Но давайте ловить зомби. Так, змея. Иди-ка сюда, змея. Опа. Так, змея наша. Бросаем мозг и прячемся. Так, этот крутой чувак. Ох ты. Ох ты, блин. Я ж тебе дам. Бросаешься ты. Так, еще один. А, нет, еще один. Это я бросил мозг, там лежит свеженький. Так, птичка. Давайте птичку эту опять. Сейчас начнется опять эти. Так, нет, нормально, попали. Монетка. Заберем монетку. Так, бросаем мозг. Прячемся. Давайте сюда. Так, с молотком. Промазал. Так, да что ж такое, давай. О, все, споймал. Немножко у меня управление неудобно, поэтому я не могу попасть так. Так. Давай сюда. Руки назад, бежишь ты. Все, вроде всех споймал. Сейчас остается только их выжимать, делать напиточки. 5, 6, 7. 7 штук. Отлично. Давайте в кафе. Будем их сжать. Так, а мы все выполнили задачи. Нажимаем, чтобы повысить уровень. Отлично, на 8 уровень у нас можно улучшить нашу зомби-выжималку для зелененьких зомбиков. И плутони нам еще дали пару штучек. Зомби найден. Видите, как быстро? Все-таки вдвоем они ищут намного быстрее. Два раза, естественно. Так, здесь только два. Хорошо, этот качает. Можно улучшить зеленых. Но зеленых у нас не так много, наверное, чтобы их улучшать пока. Давайте пока поохотимся. Сетимет пока недоступен, я так понял. Нет, сетимет доступен. Просто мы не знаем. Может быть, невозможно пока купить снарядов к нему. Сетей этих. Так, но мы пока... Чем мы сетимет? Сетимет поменяем. Возьмем гарпунчик. Пока тут еще не так сложно, я так думаю. Так, этот молоточный... Ах, попал! Тут только... Мне поможет только рюкзак. Давайте. О, сразу одним ударом двоих. Вы видели? А я не знал, что так можно делать, друзья. Да одним ударом я двоих забрал. Это очень круто. Так, кто здесь? Молоток.
Ох ты. Так, видите, его насквозь пробивает. Это он может... Все, видите? Как больше мы держим кнопку этого стрелять гарпуном, то мощнее становятся удары. И мы пробиваем даже их насквозь, зомбиков этих. Здесь какая-то у нас уже, не знаю, вышка, наверное, надзирательная. Опа, давайте, давайте. Насквозь пробили. Отлично, друзья. Всех собрали, да, всех. Все, наш помощник робот забрал. Новичок, начинающий. То есть мы что-то, какую-то награду получили, прошли. Получить награду. Так, общий рейтинг. Тут наш какой-то рейтинг. 78,5% в топе что-то мы... Так, общий рейтинг 2 036 828. О, да, нам еще далеко до топа. Так, 8 зомбиков наши. Давайте кафе. Свободно есть тут эти зомби-выжималки. Да, зеленых можем качать. Этого дополним, этих дополним. Все. Пошла прокачка. Зомбики ищутся. Что это у нас? Два зомби... А, у нас еще есть два синих зомби. То есть на складе, так скажем. Мы можем их еще использовать. С этих в зомби-выжималочках. Так, магазинчик. Что у нас в магазинчике? А, давайте посмотрим, что у нас за задание на следующий уровень. Улучшить зомби-выжималку и улучшить мощность гарпуна. Ну, мощность, кстати, мы давайте прямо сейчас и улучшим мощность гарпуна. Улучшить. Вот, отлично. Плюс 50%. Наша мощность 200% гарпуна. И осталось улучшить зомби-выжималку. А для этого сколько нам нужно? 500 монет. 500 монет. Зомбиков пока еще ищут наши дроны. А ты что-то? Так, второй дрон что-то катается. Непонятно, когда он там что найдет. Так, давайте посмотрим, что какой у нас здесь прогресс. Начинающий ловец у нас. Новичок мы уже прошли. Мы теперь начинающий ловец. Когда мы этот пройдем, получим такую награду. 5 этих плутония. Так, хорошо, ребята. Зомби ищутся. Магазин, магазин. Зомби-выжималку не можем пока взять. Давайте мы вернемся в кафе. Сколько-то нам нужно? 500 вроде бы, да? Друзья, 500, 500, 500. Я думаю, сейчас мы этих 500 нам вот, люди покупают. Здесь все нормально. 475 уже. Так, этот чувак купил 490. Да, сейчас мы прокачаем вот эту зомби-выжималочку. И будем еще больше доход иметь. Все, отлично, задание выполнили. Уровень у нас сейчас будет 9-й. 9-й уровень, у нас новая экипировка открылась, и нам дали еще 2 плутония. Новая экипировочка, и зомби нашлись. То есть, видите, как все хорошо идет. Дроны, дроны. Мы можем, кстати, еще дронов купить. 180. Так, вроде больше дронов, бизнес пойдет вверх, естественно. Еще, ага, чтобы купить, уже нужно плутоний. Не пойдет, чувак. Не пойдет. Наше новое задание — купить экипировку и улучшить зомби-выжималку, вот эту вот желтенькую. Желтенькую сколько стоит? 300. 300 мы сейчас не сделаем. Кстати, у нас есть зомбики синие, что ты стоишь? Давай качай. Ага, нет, не хватает. Ну давайте, пойдем на охоту. Зомби найдены. Улучшен наш уже гарпун. Так, 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 гарпун улучшен. Ну давайте, пойдем на охоту. Так, а что это такое было? Ох ты, ничего себе. Препятствие. Интересная штука. Я такого не видел. Так, ребят, тут, наверное, возьмем сеть, потому что, чувствую, будет много-много всего. Прячемся. Так, так, все повылазили. Давай, давай. Ох ты! Нет, нет, друзья. Так, 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 догоняй. Ах! Поймал. Вы видели на последний? Вообще, они чуть не убежали. Сколько? Троих. Троих поймал. Чуть успел. Так, а кто там ходит? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Все, так, четвертого. Все, всего четыре было. Так. Споймали. Так. Так, 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 приостановить производство, добавляем. Зеленого только один. Угу. Этот пошел качаться. Два синих у нас еще есть.
А зеленых больше нету. Экипировку мы пока тоже не купим. Нужно много монет. Улучшить зомбовыжималку можем. Улучшили. Так, но нет ингредиентов. Угу. Все. Все понятно. Бизнес идет. Ну что, друзья, я думаю, на сегодня хватит. Хорошо поохотились мы на зомбиков. То есть уже у нас 9 уровень подошли. Скоро 10 будем открывать. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. Всем хорошего настроения и пока!